Привет, друзья! С вами Владимир Шемин. Сегодня у нас 7 мая 2021 года. На часах у нас 18:23. Я наконец-то приехал в отель. Ну, я был сегодня во многих отелях, но в отелях в регионе Сиде. А сейчас я уже приехал в отель, который находится в Белее. И, как я вам и говорил в предыдущем видео, будем замерять температуру водички в море в Белеке. Так что на градуснике сейчас 29 градусов, то есть, грубо говоря, это температура воздуха в 6 часов вечера. Днем тут, конечно, печет очень сильно. Я буквально в первый день уже сгорел. Ну, в принципе, те участки тела, которые были не прикрыты. Ну, я был в футболке и в шортах. То есть руки у меня сгорели, шея сгорела. Я забыл намазаться кремом от солнца. Ну, в общем, чуть-чуть подгорел. Ну, не сильно, конечно, но, собственно говоря, неприятно. И давайте сейчас мы теперь проверим, какая температура водички в море, именно в регионе Белек, который находится ближе к аэропорту Алании. Теоретически она должна быть, ну, буквально на 1 градус ниже, хотя в Белеке, я думаю, если сравнивать с Сиде, она теоретически может даже выйти одинаково. Тем более, что температуру Сиде я замерял вчера, 6 мая, вы это видео видели, а сегодня у нас 7 мая. Итак, опускаем и проверяем. Итак, давайте посмотрим. Вчера сразу с 28-29 градусов она упала на 25 и быстренько на 24. Тут примерно такая же самая картинка. Уже не 29, а 25 градусов. Ну, давайте, пускай он поплавает. Тут волна, конечно. Чтоб он не уплыл, пускай плавает, а я вам расскажу некоторые моменты. Значит, смотрите, ребят, сегодня я инспектировал отели в Сиде и два отеля в Белеке. Значит, ну, в Белеке это был Crystal Waterworld и Альвадона Эксклюзив. Смотрите, значит, сразу по Альвадоне. Ребят, ну, Альвадона есть Альвадона. Она работает круглогодично, поэтому, увы, там только все хорошо. Crystal Waterworld, он, конечно... Так, давайте мы его чуть-чуть дальше закинем. Crystal Waterworld, сиди сюда. Так, буду держать его, все. А то его выносит на берег. Crystal Waterworld, он не работает и собирается запускаться примерно с 1 числа июня месяца 2021 года. Кстати, так, сколько у нас на часах? 26 минут. 18 часов 26 минут. Пускай он плавает, минутки 3 еще поплавает. Уже минутку он, я думаю, плавает, чтобы точную температуру показал. Так вот, Crystal Waterworld, он не работает и собирается запускаться с июня месяца. Ребят, если будет достаточно туристов, в принципе, Crystal Waterworld будет хороший отель. Все остальные FCD, которые мы смотрели, отели проверяли, они, ну, нормальные, хорошие отели, есть даже очень хорошие, есть, в принципе, просто хорошие. Вот, и все рабочие, и, в принципе, в отелях все в порядке. Вот. По температуре воздуха, ой, сложно сказать, днем просто жара нереальная. Завтра мы уже будем жить в Киликии Пелос, и завтра мы переезжаем в регион Кемера. Значит, завтра вы уже узнаете, какая водичка в Кемере. Вот. Поэтому завтра будет новое видео. Кстати, ваши вопросы. По вопросам, которые вы задаете мне в комментариях, конечно, задавайте. Я буду стараться вам, если это просто легкий вопрос, отвечать в комментарии. Если это сложный вопрос, который, ну, требует того, чтобы я вам показал это все, то буду, конечно, снимать видео. Вот, значит, по процедуре в аэропорту
Анталии, когда турист прилетает. Сразу говорю, можете смело смотреть видео, которое я снял еще несколько лет назад. В принципе, абсолютно ничего не поменялось. Кроме того, что турист должен быть в маске. Вот. И там проходит температурный скрининг все туристы, которые идут. То есть, но не так, как в Харькове и не так, как в Киеве. Каждому не меряют температуру с помощью термометра. То есть там именно реально за этим смотрит специальная камера, которая показывает, что если у туриста нормальная температура, он никак не светится. Если у туриста температура... температура тела повышенная, то он будет светиться там. Ну, короче, камера реагирует на тепло. Вот так вот. То есть из того, что я увидел, когда проходил процедуру. Все, больше никаких тестов. Тесты никто в Анталии не проверяет в аэропорту. И ХС-код в аэропорту тоже у туристов ни у кого не проверяют. Проверяют только на вылете из Украины. Если вы летите из Харькова, ну, вас в аэропорту в Харькове при регистрации на рейс проверят ваш ХС-код и тест. Если вы летите из Киева, то та же самая процедура, ничего не меняется. Проверят тест и проверят ХС-код. Все, друзья, это единственное место, где у вас проверяют дополнительные документы. Поэтому тут, ну, не заморачивайтесь, страшного ничего нет. То, что по Харькову, я это, конечно, покажу, но только когда вернусь с Турции. Потому что тут Турции просто, ну, я все не успеваю. Я даже много снял видео, я его даже не успеваю сортировать. Тем более, что даже пытаюсь что-то еще выкладывать. Ну, по крайней мере, хотя бы вот с температурным режимом. В водичке, ребят, я стараюсь выкладывать, потому что та температура, которая показывается в интернете, ну, я ей никогда не верю и никогда ее не смотрю. Я всегда звоню своим знакомым, пожалуйста, скажите мне, как водичка, допустим, как погода, как водичка в море, как погода вообще у вас. Ну, у меня знакомые в основном живут в Алании, поэтому информацию они мне дают по Алании. В Кемере у меня знакомых нет, сразу говорю, поэтому, ну, ничего не могу сказать по Кемеру. Лично буду уже завтра, и, естественно, я вам дам это видео, я думаю, завтра, послезавтра, ну, то есть приеду я вечером в Гюйнюк, и, я думаю, видео выйдет послезавтра утром. А это видео, которое я снимаю, выйдет завтра утром, потому что сегодня еще, я же говорю, мы, в принципе, только переступили порог номера и сразу побежали на пляж. Сейчас я вот это вам делаю замер. После этого облет отеля дроном, потому что отель нереальных размеров. Я даже не знаю, как его делать, этот обзор данного отеля, потому что размеры отеля нереальных размеров. Еще раз повторяюсь, правда, извините. И, собственно говоря, если я просто пешком буду ходить по этому отелю, ну, обзор будет, наверное, 2 часа. А мне бы хотелось все вложить там минут 10. Не знаю еще, подумаю, как это все сделать, потому что отель просто огроменный. Он, конечно, в возрасте, есть определенные нюансы. Ну, все это я расскажу в обзоре этого отеля. Так, сколько у нас? 32 минуты. 32 минуты. Так. Ну, собственно говоря, друзья, я думаю, можно доставать его. Термометр из водички. И смотрите, что мы имеем по температуре. 24 градуса. Сегодня 7 мая 2021 года, и водичка у нас 24 градуса. Реально, как бы по ощущениям, я не могу сказать, что она теплее, чем была в Сиде, но тут идет следующий момент, что с каждым днем вода в море хорошо прогревается. Вот сейчас водичка, стоп, не водичка, термометр показывает 23 градуса, то есть ветерок. Ветерок и мокрый термометр, и мы имеем на термометре 23 градуса. То есть теоретически, ну, нам показала температуру ниже.
суть в чем? Что это просто ветерок, а вот получается в самой водичке, ну, термометр показал 24 градуса 7 мая 2021 года. И существенной разницы между вчерашним днем и сегодняшним днем я, конечно, не почувствовал. Это только эффект следующего дня, в том, что с каждым днем водичка начинает все больше и больше прогреваться. Так что я думаю, если вы собираетесь еще только, то это вам в пользу. Ну и не забывайте, что цены на Турцию сейчас грандиозно выгодные, особенно по сравнению с Египтом. И если вы думаете ехать в Египет или в Турцию, ну, подумайте насчет Турции, потому что в Турцию можно поехать сейчас в отель хорошего уровня за очень символическую стоимость. То есть сервис вы получите лучше, чем в Египте. Конечно, море вы этого не получите египетского, но если мы едем за сервисом, то мы получим удовольствие. Но по морю вы все увидели собственными глазами. Друзья, завтра вас ждет замер температуры в Гвинюке. То есть, можно сказать, что в Темере. Поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно пишем в комментариях к этому видео. Ну, по отзывам сложно что-то сказать, но если вы отдыхали в этот период времени, или если вообще, не знаю, где-то здесь параллельно отдыхаете, в каком-то регионе Турции, вы тоже обязательно пишите ваши отзывы. Все пишите, все почитаю. Ну, с вами был Владимир Шемер. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Не забывайте про это, подписывайтесь. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Ну и до новых встреч. Пока-пока.